Хэппи бар! Извини, пожалуйста, что я тебя отвлекаю. У меня колено болит за это. Не хобби. Это кто, пап? Это нутрия. Водяная крыса. У нее зубы красные. Присмотрись, если она тебе улыбнется. О, я вижу, вижу. Маленькие эти. Вот та показывает зубы красные свои. Вон, смотри. Мам, вот сними красные зубы. А тут маленький совсем. Ребята, это вольер с нутриями. У них красные зубы. Это водяные крысы с красными зубами. Внутри. Нас цели таких на шахте разводят. А я думаю, откуда мне это название знакомо? Зубы, это потому что они едят много растительных пищи, у них быстро стираются зубы. Из-за того, чтобы они питаться нормально, у них они постоянно отрастают. Но если долго в неволе держат их, кормят измельченной пищей, там, всякими этими кормами, у них просто слишком большие зубы, они содержат их. Им приходится подпиливать. Поэтому им бросают всякие палки и остачивают зубы. Так у них же получается, если железы специальные, жир выделяют, и вот они вот жир вот этот распределяют по шерсти, вот он под водой плавает, у него снаружи шерсть мокрая, а снизу там шерсть сухой, значит, это больше жира. Вот. Если он сухой внутри, он не промокает. Вот, посмотри, смешно. Видишь, как он распределяет. Ой, у него еще и ногти. Очень большие. Как у Росомахи. А вот о, вон еще малыш тоже мажется. А там еще один. А там еще один. Вода у них еще. Такая газовая, да? Нужно снимать уже. Ой, а что это у него на носу оранжевое? Морковка. Ой, я вижу его красный оранжевый зуб. Ого, какие огромные. Да я. Саблезубый. А посмотри, какой у него хвост. Да. О, такой чем он тут? Это он для у него как груми работает. Ой, зачем ты это сделал? Какой твой хвост? Thank you.